Ну, как идут дела? Нормально. Вы знаете, что там написано? Где? Да вот. Да нет, не знаю. Советским спортсменам мир и милосердие Аллаха. Ну что ж, очень хорошо. Это механик их команды, Зульфия. Интересуешься техникой? Чей это ижик? Мой. Садись, покатайся. Зульфия, пойди сюда. Тебе нужны таблетки от головной боли? Меня зовут Гулам, а тебя? Зульфия. Не слышно, что у тебя мотор богатит. На погоду отрегулирую потом. Вот я и говорю, надо думать об этом заранее. Петренко, а у тебя что творится? Что с вами, нога? Нет, я пошутил. Я хотел, чтобы ты еще раз подошла ко мне. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Что угодно господину. Как идет ваша торговля? Вы знаете наш язык, господин. Это большая честь для нас. Все лучше к вашим услугам.
Разрешите посмотреть? Пожалуйста. Разведка начала какую-то операцию. Выяснить подробности мне не удалось. Иностранцы участвуют? Да, приятель известного вам Джафара Майк. Подходы к нему есть? Да. А это оттиск и микропленка. Скоро пришлем точно такой же. Желаю удачи. Ну, как там у нас? Как дома? Все хорошо. Здравствуйте, Иван Федорович. Угу. Иван Федорович, Гулам обещал показать мне старый город. Ну, пожалуйста. Ну, иди. Только мы не у себя дома. Ну, конечно. Не беспокойтесь, привезу. А красивая пара могла быть, м? Ничего не выйдет. Да? Да. Пойдем, пройдемся. Ты мне нужен. Ай, какая радость, какая радость. Подождешь, Сурья, хорошо? Подержи. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Знакомься, Махмуд. Это мой друг из России, ее зовут Зульфия Ханым. Здравствуйте, госпожа. Здравствуйте. Это моя жена, Сурья. Сурья. Извини, Гулам, что отрываю. Госпожа простит? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Госпожа из России? Да. Это та самая страна, в которой мужчина может любить только одну женщину? Конечно. Ты что, серьезно? Ты счастливая. У тебя будет любимый, и ты будешь у него только одна. А, ты говоришь ерунду. Сырья. Посмотри на нее. У нас будет ребенок. Разве я могу уехать? А если меня убьют? Почему, если будешь осторожен? Я боюсь, мне это все противно, пойми меня. Помоги мне бежать. У тебя есть родственники в горах. Помоги, Гулам. Так верни им деньги. А где я их возьму, Гулам? Эх, видно, мне умереть надо. Нет у меня друзей в трудный час. Ты знаешь, вчера учили стрелять. Я убил собаку. До сих пор в глазах темно. Ты думаешь, идти в Россию — это прогулка? Ты когда-нибудь слышал о КГБ? Нет. Ну, не знаю. Не знаю, чем тебе помочь. Ну, я пошел. Сария, поедем. Он ничем нам не может помочь. А я верил. Эй, стоп! Приходи вечером в ресторан Абдулых. Хоп! Хоп! Садись, Зульфия. Что случилось, Гулам?
Тебя расстроила встреча с этим парнем, да? О себе вдруг подумал. Нет удачи, нет счастья. Одни пустые надежды. У всех одна судьба. Как до нас уходили, мы придем и уйдем, и за нами придут и уйдут. Мой друг хотел уехать в СССР, обратился в посольство. Его нашли в Ираке с вырезанными глазами. Я не могу без тебя, Зульфия. Не могу.
Ради тебя готов на все. Прошлой весной я был на границе. Стоял у реки, 8 метров река. Не знаю, почему я не бросился вплавь. На той стороне СССР. Не знаю. Ради тебя я готов на все, Зульфия, на все. Слышишь? Зульфия. Мула, пойми. Мне трудно давать тебе советы. Ты выглядишь утомленным, грустным и очень искренним. Это всегда помогало тебе. Может быть, ты боишься? Не стесняйся. Скажи мне. Рассказ твой опечалил меня. Я так надеялся на Махмуда. Слишком много времени потратил на него. Трудно работать. Мало честных людей. Хорошо. Отдыхай. Переход границы на той неделе. Инструкции получишь. На расходы. Я Махмуде. Надеюсь, ты все понял? Караван идет, знойных песках каждый день как год. В синей реке путь найдешь с трудом, миражи кругом, миражи кругом. И одно лишь знаю я, и одно лишь помню я, и в одно лишь верю я, что путь не легок наш. Может, ты звезда моя, может, ты судьба моя, может, ты любовь моя, а может быть, мира. Стройные пальмы возникли вдруг, а приглядись, лишь пески вокруг, лишь череда раскаленных дней до любви моей, до любви моей. И одно лишь знаю я, и одно лишь помню я, и в одно лишь верю я,
что путь не легок наш. Может, ну зачем мы сюда пришли? Пожалуйста, Махмуд, уйдем. Мне стыдно. Наш город сосредоточие разврата. Не смотри на них. Скоро должен прийти Гулам. Подождем еще. Хорошо. Может быть, снова не лгут пески. Что ж, я согласен искать твой след. 10 000 лет, 10 000 лет. Господин? Да. На улице вас ждет человек. Это Гулам. Что путь не легок наш. Может, ты звезда моя. Может, ты судьба моя. Может, ты любовь моя. А может быть, мира. Пусть над пустыней летят года. Ты мой оазис, моя вода. Сквозь миражи, вопреки судьбе, я иду к тебе, я иду к тебе. И одно лишь знаю я, и одно лишь помню я, и в одно лишь верю я, что путь нелегок наш. Может, ты звезда моя, может, ты судьба моя, может, ты любовь моя, а может быть, мира. Thank you.
Ну что скажешь о метателе? Да. Жестокий парень. Это перспективный парень. Ты его запомнил? Угу. А теперь ты обещал показать свои новые достижения. Хотите устроить спектакль для Янки? Ты меня обижаешь. Наша организация абсолютно самостоятельна. Начнем. Средневековая мистика. Всего одна таблетка аспирина и феноменальная способность организма. Лайнап знает и умеет все. И вы думаете, это может ему понадобиться? Вы недооцениваете КГБ. Чем больше в нашем распоряжении неожиданностей, тем вернее успех. Ну что ж, старина, я считаю, что судьба операции в надежных руках. У нас тех, кто пытается перейти в Советский Союз, убивают. У меня был друг, Махмуд. Его убили. Зверски. Когда это было? Воды. Пожалуйста. Так когда это было? Недавно. Дней 10 назад. Да точно, 10. А вы, значит, рискнули к нам? Рискнул.
вашу девушку полюбил. Зульфия Икрамова. Я к ней шел. Верьте мне, я к ней шел. Говорите, любовь? Да, господин офицер. Любовь. Понимаете, Гулам, мы вам верим. Но вам придется какое-то время побыть у нас. Долго? Как долго? Дней 10. 10 дней это много. Я не выдержу 10 дней. Я вас очень прошу. Ничего, потерпите. Ну, хотя бы видеть я могу ее? Конечно. А сейчас идите отдыхайте. Спасибо. Гулам говорит, что он перешел границу из-за любви, из-за любимой девушки. Как это проверить? А ты что ж, не веришь, что можно перейти границу из-за любви? Ну, почему же верю? Слушай, вот это обстоятельство нужно использовать для самой элементарной проверки. Понятно. Дадим им свидание? Здравствуйте. Гулам. Зульфия. Ты откуда? Зульфия. Ты все-таки бросился в платье. Что с тобой? Ты ранен? Нет. Я ждала. Я знала, что ты придешь. Yeah.
Это может вызвать во мне дурные мысли. Дурные мысли? Ну? Тебе? Ты видишь эту дорогу? Знаешь, куда она ведет? В назначенный час по ней двинутся танки. Кафирам наступит конец, сынок. Мой дед и мой отец завещали мне эту войну. И если не доживу я, доживут мои сыновья. У тебя же нет детей. Вы мои дети. Ты мой сын. Поэтому я и дарю тебе эти цветы, как знак той крови, которую ты прольешь за святое дело. Подожди. Ты все сказал? Да. А теперь послушай меня. Я тебе скажу все, как муле. Вы ищите дураков и внушайте им, что они спасители веры. И посылайте их на смерть ради высоких слов. Я не знаю, что ты говорил американцу. Не знаю. Но я верю, что ты не уговаривал его умереть ради святого дела. Учти, Джоффер Джон. Я знаю все. И всех вижу насквозь. Тогда ради чего ты хочешь умереть? Ради чего? Вот этих баранов ведет на бойню вожак. За предательство. Вожак получает морковку от пастуха. Если ты вожак, Джафар Джон, то я предпочитаю быть пастухом. Понял? Поехали! Мы теряем время! Ну что ж, поехали. Твой тайник и маршрут. Шифровка и деньги для нашего агента. 10 000 советских рублей, настоящих. Какое сегодня число? 15-е. 30-го мы подбросим их на 5-й участок 3-й заставы. Ты этим воспользуешься. Понял? Понял. Ну, выходи. Зачем вы приехали? Ты же хочешь есть? Это я хочу есть. Ну да. Ну, это ты хочешь есть. И свое желание подаешь как благодеяние. Циник ты. И пошляк. Такие, как ты, развращают народ. И внушают ему дурные мысли. Нет. Такие, как я, помогают таким, как ты, дурачить этот самый народ. Ну, хорошо, Джафар Джон. Пойдем. Салам алейкум. Пожалуйте, господа. Нет. Здесь? Здесь прохладнее. А, пожалуйста, пожалуйста. Господа. Баран есть? Есть, есть.
Прошу, господа, садитесь, садитесь. Али! Две порции баранины, господам. Отойдите от машины! Самый лучший. Баран, который хотел быть пастухом. А, по-моему, вожак. Как ехали? Как доехали? Спасибо, хорошо. А теперь куда? Далеко? Далеко. А куда? В ту сторону? В ту сторону. Еще какие-нибудь вопросы? Почему уважаемый гость сердится? Здесь граница близко. Меня спрашивают. Я спрашиваю. Я человек маленький. Иди. Извините, господа. Извините. Ты что, быстрее не можешь ехать? Старость, а? Сынок, ты ведь не хочешь, чтобы мы куда-нибудь свалились? Это почему? А это потому, о самый мудрый и самый ученый из моих учеников, что ты навеваешь на меня сон. Я могу задремать за рулем, и тогда... Одним негодяем станет меньше. Почему одним? Двумя. Почему забываешь себя? Это потому, что ты негодяй с детства. С пеленок. С утробы матери. А я... Я это другое дело. Ты другое дело. Конечно. Ты не можешь забыть, что я спас тебя, когда ты проиграл состояние семьи, и ты продал свою совесть за золото. Я понимаю. Честное прошлое ученика возвышает его над своим учителем. Вот. Точно. Ты прав. Ну, хорошо.
Выйдем. Покурим. Весь день ты осмеливался говорить мне ты, сынок. Это очень невежливо. Я хочу дать тебе совет. Протягивай ноги в длину своего одеяла. Иначе их отрубят. Ты сказал, что видишь меня насквозь? Это я вижу тебя насквозь. Может быть, ты передумал? Хочешь вернуться? Отвечай! Я был неправ. Извините, шеф. Умница. Ты ведь не забыл о кругленькой сумме, ради которой можно дать отрезать себе уши? Поехали. Прошу. Керим, принеси нам что-нибудь выпить. Когда-то мы с тобой не боялись запрета пророка. Хорошо, господин. По такому случаю не грех и выпить, как говорят урусы. Пока все идет по плану. Себе тоже принеси. Лет назад мы с Керимом были еще совсем зелеными, безусыми юнцами. Но в наших сердцах уже тогда горел священный огонь газовато. Пусть от ваших рук погибнут неверные, как 40 лет назад они погибли от наших. А как они погибли? Я и Джафар Джон перерезали заставу у русов. Ты что болтаешь? Война в водогранице проводишь ты. Thank you.
заставою вновь зажег ласковый в звезд огни. В нашу встречу верить не устану я. От тебя вдали считая дни, но однажды встретим мы с тобой друг друга встретим. Пусть не счесть разлук на свете, а любовь одна все равно она победить должна, победить должна. Южный ветер дул, и льдины таяли. Чтобы нам встретиться, шла весна. Но судьба играет не по правилам. Вот опять разлуку шлет она. Но однажды встретим мы с тобой друг друга встретим. Пусть не счесть разлук на свете, а любовь одна, все равно она победить должна, победить должна. Судьба не тело, вновь увижу я город, где ты сейчас смотришь вдаль, где плывет, качается над крышей. Наконец-то! Я стою на земле первого государства в мире рабочих и крестьян. Здравствуй, мой дорогой. Садитесь. Сюда? Да. Спасибо. Имя? Луйнап. Сын Мухаммеда. Мы родные. Крестьяне. Бедные. С какой целью перешли в СССР? Господин начальник, у нас весь народ голодает, а кучка людей опивается, объедается и не знает, куда девать деньги. А вот здесь все равны. Можно закурить? Да, пожалуйста. Угу. Спасибо. Значит, вы перешли по идейным соображениям. Да, русский сигарет. Да. Я хочу учиться. Я буду врачом. Это прибыльная профессия. Вы мне дадите квартиру, я женюсь, у меня будут дети, и я... Вы уверены, что все будет так, как вы говорите? Да.
Я знаю, в Советском Союзе любой парень из аула может стать государственным деятелем. Почему вы переходили границу ночью? Господин начальник, если я перешел бы границу днем, то меня задержали бы свои посты. Вы же знаете, чем все это кончается. А? Почему вы пытались скрыться после перехода границы? Это я специально нарушил, чтобы заставить вас расследовать мое дело и оставить меня в Советском Союзе. Вы мне не верите? Я тот, за кого себя выдаю. Вы можете это легко проверить. Я знаю, что СССР начальник – это самый справедливый начальник из всех начальников. И вы меня не откажете в проверке. Я правда из древнего рода земледельцев. Господин начальник, вот еще при эмире Тюраджон Мирсаид Абдулхане Абдулхамеде мой прадед пахал землю и сеял просо. А вот мой дед Абдулла, он еще... О чем вы просите? Мой дед Абдулла вернулся в Советский Союз уже 10 лет назад. Живет здесь у родственников. Вы можете его вызвать, господин начальник, и он непременно меня узнает. Абдулла, мой дед, непременно меня узнает. А? Хорошо. Спасибо. Увидите. Идите. Можно идти? Да. Спасибо, господин начальник. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Садитесь, пожалуйста. Мирзо Абдулла, вспомните, пожалуйста, как вы когда-то рассказывали мне о своем внуке. Вспомнил. Вы помните его лицо? Помню. Очень плохое лицо. Противное. Шайтан на нем танцевал. Скажите, пожалуйста, среди этих людей нет ли вашего внука? Этот нет. Не этот. Нет. Не этот. Не этот. Нет. Нет моего внука. Дедушка Абдулла, вы меня не узнали, я Лойна? Спасибо, уважаемый Абдулла. Вы свободны. Проведите, пожалуйста. Ненормально. Лойна. Не узнали. Вы свободны, мой спасибо. Внук. И сидите. Он мой внук, Лойна. Я же не виноват, если мой дед из ума выжил, не узнает своего внука. Пора дать вам, Лайна, правдивые показания. Кто вы и с какой целью нарушили границу? Я вам уже говорил. Я Лойнаб, сын Мухаммеда. Я пришел на землю дежурный первого в мире государства, где... Уведите его. Идите. Я же не виноват, если мой дед меня не узнал. Идите. Не узнать своего внука, а? Соедините меня с Москвой. Докладывает майор Алексеев. Да. Да. Да-да. Сукин сын. Я. Ясно. Держите меня в курсе всех дел. Счастливо. Война лжет. Обычные перебежчики так себя не ведут. Слушай, а может быть переход Лойнаба связан с той операцией, которую сообщила Анна?